Молодежь Брещины принимает участие в областном этапе республиканского чемпионата «Ведаю Беларусь» по скоростной сборке «Спилскарт Республики Беларусь». Позади продолжительная и достаточно основательная подготовка, показать результаты которой необходимо в сжатые сроки. Порядка трех десятков команд Брещины вышли сразиться за главные призы игры. Мероприятие пользуется популярностью, потому что действительно у нас очень много людей зарегистрировались, чтобы поучаствовать в этом чемпионате. Хочется сказать, что нам оно интересно тем, что это такая интересная форма препровождения молодежи. Вот. Конечно, в BVP-т ситуацию вызывает определенные сложности, поэтому проводим на улице и мы соблюдаем масочный режим. Если посмотреть издали, можно подумать, что перед нами художники. У каждого свой импровизированный мольберт, но не совсем типичный, магнитный. К нему-то и крепятся карточки-спилсы, части карты. Работа скрупулезная, но очень увлекательная. И у каждой команды своя стратегия сборки. Мы победили на районном конкурсе и вышли сейчас на область. Мы используем свои логарифмы, также свою, у нас есть своя стратегия, по которой мы собираем данную спилс-карту, и это нам помогает освоиться. Вообще собирать сложно, вот, помогает ориентироваться, ну тут разные цвета, получается мы сначала по областям, ну по цветам собираем, вот, и потом уже как-то работаем вместе. Максимальное время на выполнение 25 минут, однако чем быстрее справится команда из трех человек, тем лучше. В регионе уже были достаточно неплохие результаты, карта была собрана чуть больше, чем за 9 минут, однако республиканский рекорд порядка 6. Что сложного здесь, вот самого сложного? Найти пару. Даже если методом подбора, это будет очень долго. Угу. Что помогает здесь? Оттенки. Если забываешь иногда расположение, то можно под это подстроить. Без подарков в этом соревновании не остается никто. Памятные сувениры представители областного исполнительного комитета и БРСМ подготовили для всех. А вот для победителей на этом этапе работа не завершена. Им предстоит сразиться с чемпионами страны на большом турнире в столице.